Ну что тут можно сказать? Рунет ограничить невозможно, его нельзя ограничивать. И не Рунет, интернет — это вольное поле. Ну, а пусть оно растет и развивается. Никто не сможет его ограничить. Ну, а китайцы, вот мы посмотрели их опыт. Опыт у них очень интересный, но он, опять же, он ограничивает экономику. Ну, потому что интернет – это экономика, а экономика – это главное. Не воевать надо, а экономику надо развивать, двигать. Не пущать, а разрешать надо. Пусть двигаются люди. А поэтому, я думаю, за интернетом, а будущее – интернет навсегда.